Более полутысячи ярославских студентов-медиков стали волонтерами и помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией. В регионе сегодня подвели промежуточные итоги акции «Мы вместе». Студенты и ординаторы Ярославского медицинского университета работают медсестрами, медбратьями и врачами в больницах, поликлиниках и лабораториях не только нашей области, но и по всей России. В самом ВУЗе тоже идет активная работа. Преподаватели Ярославского университета консультируют врачей, работающих в так называемых красных зонах, где лечат коронавирусных больных, а еще оказывают консультативную и психологическую помощь. Мы создали консультативный центр, который в режиме или онлайн, или офлайн проводятся консультации, проводятся врачебные консилиумы. Причем мы можем приглашать, подсоединять в зависимости от того конкретного больного специалистов разных профилей. И не только в Ярославле. На регулярной основе в консультативной деятельности принимают участие 40-42 преподавателя с 9 кафедр, с 12 человек. Они консультируют и не только дистанционно, но и очно, непосредственно в красных зонах ковид-стационаров. Для студентов-медиков это возможность себя проверить как врача, как будущего врача. Те знания, умения и навыки, которые ребята приобретают за время работы, будут неоценимым их врачебным опытом в последующей их деятельности.